Астропрогноз на 11 августа. Овен. Не рекомендуется обсуждать с друзьями или коллегами свои цели. Телец. Стоит быть прямолинейнее и увереннее в себе. Близнецы. Вы можете превратить свою жизнь в сказку, если прекратить анализировать каждый свой шаг. Рак. Не идеализируйте ситуации, ведь можно легко изменить их самому. Лев. Прислушайтесь к советам родственников, они плохого не пожелают. Дева. Волнующий день, когда придется расстраиваться из-за разной ерунды. Весы. В денежном плане все сложится благополучно. Скорпион. Старайтесь схватывать знания на лету, тогда они пойдут на пользу. Стрелец. Захочется на минутку вернуться в детство, чтобы почувствовать легкость и беззаботность. Козерог. Гороскоп советует наладить отношения с теми, кто вам не безразличен. Водолей. Чтобы усилить чувства с партнером, стоит друг от друга отдохнуть. Рыбы. В любовной сфере не следует отстаивать свое право на лидерство.